Время новогодних праздников, есть время, значит, перезарядить батарейки, отдохнуть, набраться новых сил, провести время с родными и близкими, но а как это лучше сделать, если не смотря самые хорошие новогодние фильмы? И именно сейчас мы спросим у нашей команды, что они вам порекомендуют, какие у них традиции, что они любят смотреть на Новый год. Посмотрим те же фильмы, как и вся Россия, то поколение, на котором мы выросли, в принципе, выросли наши родители. Это какие? Это те, которые ты подсказал. Как называется Питер и Москва? Два билета. Туда-сюда. Ирония судьбы, да. А это и есть легкий пар. Да, это она и есть. Кстати, ты смотрел «Иронию судьбы 2»? Да. Блин, такая брехня. Have a holy, jolly Christmas. Один дома. Всегда. А еще мы наряжаем елку. Мы? Нет. Мама с папой. Елка у нас стоит уже 20 лет. Я говорю, она из разряда старых раритетной пришла мне с игрушкой. Так что может не убирать. Не игрушки, тоже вот 20 лет. Показывают каждый год. Показывают, да, эти фильмы. Поэтому если я попадаю по телевизору, то смотрю. А так, чтобы специально включать что-то, смотреть, у меня нет такой традиции. Когда мы ходим в баню, телеканал «Звезда», фильм о войне показывает. Причем есть Новый год и фильм о войне. Ну я не знаю, баня. И «Звезда». Карл. Christmas Carol. Christmas Carol with Jim Carrey. Actually it's animation. With a big nose and this that is the Scrooge McDuck that he becomes eventually actually he's afraid after some ghosts are coming on his sleeping and then convinced him to be a good man. Other is Christmas Polar or something like that with Tom Hanks. When a kid doesn't, this kid doesn't believe in Santa Claus. And then actually he get him on the train and they go straight to where the Santa Claus lives and then the story becomes true. What's your favorite movie in the Saturday? Christmas? These two. He's fully agree with the coach. Yeah. So. I need to. Ah, now you said. For me, it's always Home Alone, 1 and 2. One of my favorite movies, I like comedies like Bad Santa. So dark, it's some way you can see. I mean, Home Alone is a classic. We watch 1 and 2, and we watch it every single year. The kids always say they don't want to watch it, but at the end, they love it again, and I mean, it's a classic. How the Grinch Stole Christmas. Jolly Christmas this year. Frosty the Snowman, I think, cartoon too, so those are always good. Если честно, я, наверное, в основном любитель нашей русской классики. Да, Вить? Да. Программа телепередач на Новый год послушаю. Поддерживает. Танцуют все! Джентльмен удачи или с легким паром. Иван Васильевич. Иван, да, все, что... На фоне. Обязательно без Афони, кстати, не проходит ни один Новый год. И один дома еще. Все-таки есть западные ряды. Ну, да, редко, но это один из таких любимых. А когда скучно становится, на 3 января уже можно РЕН-ТВ включить, и там «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Сестры». А когда совсем скучно, потом уже на НТВ перейти и там погрузиться в мир криминала. По центральному телевидению в основном, наверное, нашу какую-то классику, и потом там мультики, «Шрек», да, у нас идет. И «Ледниковый период», да. This year.